Страшное преступление буквально всколыхнуло интернет. Юный чебоксарец ночью зарезал спящего младшего брата. Какие мотивы двигали 16-летним убийцей, выяснит следствие. По версии следствия, в ночь с 15 на 16 апреля в городе Чебоксара подозреваемый, находясь у себя дома, нанес ножевое ранение своему 9-летнему брату, который от полученной травмы скончался на месте происшествия. Их родители в этот момент спали в другой комнате. Тело убитого обнаружил его отец, проснувшись утром. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи продолжают работать на месте происшествия, изъято предполагаемое орудие убийства, а также иные предметы, имеющие значение для следствия и установления мотивов совершенного преступления. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначен ряд судебных экспертиз. В ходе следствия в отношении подозреваемого с целью установления его вменяемости или невменяемости в момент совершения инкриминируемого ему деяния назначена судебно-психиатрическая экспертиза.